мы с вами, Юлик. Всем привет, с вами Катрин Мур, и со мной сегодня Лиза! В общем, ребята, сегодня я буду учить Катю группе BTS, она будет учиться их различать. Почему именно BTS? Во-первых, я у них лучше шарю, чем во всех остальных группах, потому что я не такой уж и заядлый уже кей-попер. Именно BTS, они чем славятся? Тем, что они попали на American Music Awards, а также получили награду на Billboard. Они, в принципе, хорошие ребята, поэтому Катя должна их знать. Начнем мы, естественно, с лидера группы Намджун, а также Рэпмон. Не заморачивайся, просто вот запомни из тех перечисленных, что я тебе сказала. Намджун, Рэпмон, что тебе проще? Рэпмонстр. Монстр. Рэпмонстр. Это как Рэпмонстр, это наушники. Оксимирон! Оксимирон. Мы тебя любим. Корейцев мы тоже любим. Не зазнавайся, чувак. Я выбрала 5 самых симпатичных фотографий, которые ты потом покажешь где-то вот здесь. А человек сколько в группе самих? 7. Это не 17, сколько их там? 17? Я не знаю даже. Ту-ту, крыша едет. Запоминай фотографии. Стай, просто запоминай. Они все абсолютно с разными волосами. Я не... Боже, так это же, они же этого... Они же разные. Какого хрена? Это тот же человек. Ну это один и тот же, от какого... Ты заметила, да? Цвет волос. Да, я поняла. Буду запоминать по разрезу глаз. Рэп-монстр. Запомнила. Оксимирон. Попыталась, да? Корейский Оксимирон. Хорошо, корейский Оксимирон, неплохо. Второй участник это у нас Хасок, он же Джей Хоуп. Он же носок? Он же, не знаю, может быть и носок. Да, опять же новый цвет волос, здравствуйте. Глазки красишь себе. Ну блин, а как же без этого? Ты думаешь, тебе бы не красили, когда ты на сцене стояла с узкими глазами? Меня возненавидят все армии. Он, прошу простите, как Милена Чижова, постоянно красит волосы. Они все как Милена Чижова. Следующий у нас, третий участник группы, Шуга. Я его где-то видела. Это тебе кажется, но не на сети. Его можно запомнить по сережкам. Нет, не запомнишь. У них всех уши пробиты. За них также лишает начальство. Его зовут Шуга или Юнги. Шуга. Он Шуга. Сладенький будет, короче. Он сахарок, кстати. Сахарок. Посмотри, я так лошадок в детстве, когда в Барби играл, называл. Сахарок. Следующий участник это у нас Чонгук. Чонгук! Я не знаю на самом деле, какие у него еще прозвища, только Гуки. Ну, типа, его так называют Гуки. Гучи. Гучи? Нет. Про Гучи это... Three weeks later. А про Гучи мы поговорим в следующей подборке наших фотографий. Ты что, фейсы скинула? Вообще-то, все может быть. В жизни ничего не решается так просто. У этого человека больше всего фанаток. Его они любят больше всего, потому что он является, типа, самым младшим из группы. Кимин. По-другому его никак не называют. Знаешь, что я недавно поняла? На кого он мне, напоминает? Он похож на Даню Комкова. Я вчера листала, такая... Данька, ты чё, пипидаста? В группе у него самый красивый пресс. Он вообще самый секси. Знаете что, пресс? Вот это... 1xbet! Чимин. Чимин. Ну, так мило, да? Он вообще самый милый. Это чай. Не знаю, наркотики. Теперь мы подошли к самому интересному. Его зовут Тихён. А также Ви. Почему я говорила, продолжение следует насчет Гуччи? Этот человек... просто вечно одевается в Гуччи. Топ 100, короче, самых красивых лиц, он был на первом месте. Корея! Топ 100 красивых... Так. Его зовут Джин. Принцесса.
самые красивые фотки выбрала. Просто самые, я не знаю, может, конечно, тебе не понравится, ты же думаешь, что они все одинаковые. Ты посмотри, посмотри, какой секси. Принцесса. Почему его называют принцесса? Потому что он, типа, любит розовый цвет. Ну, давай опять вспомним лошадок, да, Пинки Пай, там, я не знаю. А не, у них была кто? У них была... Не Флаттерши. Лошадка. Которая... Говори. Ладно. Короче, вот фотография, да? Итак, я узнала вот этого чувака. Кто? Который блондинчик. Это какой-то чай, я забыла его имя. Это Чимин. Чимин, это он? Пау! Ты попал! Пау! С первого раза, смотри, какой стрелок! Носочек? Да, нос... Хоста. Нет, Таксимирон. В смысле Таксимирон? Таксимирон, здорово. Не переживай, у тебя еще 4 таких картинки. У тебя еще много, кстати, этих картинок. Я тебе подготовила такой тестик немаленький. Короче, Оксимирон, угу. Сахарок, угу. Чай, угу. Принцесска. Угу. Сейчас, подожди. Чай! Что-то там! Фейс! Собрала рекорд. И хоста. Хоста. Неплохо. Окей. Она готова. Сенсей пришел. Сенсей не научил. Его. Его. Зовут. Зовут. Не русским именем. Сахарок. Я же говорю сахарок. A to do G, to do U, to do S to D. Сейчас кого-то вызовешь, да, нет? Сахар. Это не чай. Это сахар. Это сахар. Чан. Чан закипел. Чан. Гук. Чай? Чё, крестишься? Чай? А у чая имя? Чё-то Гринфилд, да? Миленькое. Я помню. И остался у нас хоста вроде бы. Хоста, да, молодец. Это что, тёлка? Подожди. 1, 2, 3, 4. В смысле ты кто такой? Это у нас... Сладкий. Сахар. Это Гуччи? Да ты заебал. Это чай? Да, это он. Вот это чай. Следующий у нас идет джин. Но... Гуччи. Нет. Сахар. Нет. Подождите, еще раз. Оксимирон. Оксимирон? Да! Да! Оксимирон! Вот на этом и закончим, пожалуй, да. Ты следующий. То-то мелкое. Ниже всех. Это чай. Ну? Твой любимый. Оксимирон. Я говорю, твой любимый Оксимирон. Я такая, с какого перепугу мой любимый это Оксимирон. Хоста? Окей, с первого раза, хорошо. Этот сладкий. Да? Гуччи? Это что, Гук? Да. Сахара? То, что у нас еще остался. Может, это Гуччи-гэн. Сегодня мы попытались научить Екатерину кей-попу, но будем надеяться, хоть что-то у нее отложилось в голове, и когда у нее появится очередная подружка, которая очень любит корейцев, она все-таки... Она подарит ей плакат. Второе лето любви, на частях стекили, Вася, гором летом обни, сковал море хуйни, шпал на ушко, восьмиклассница, про то, как все мы катимся в могилу, прости.